Чешские троллейбусы могут появиться в столице. В настоящее время ведутся переговоры об их поставке между столичным акиматом и чешскими бизнесменами. Сегодня в Национальной палате предпринимателей Астаны прошли двусторонние встречи представителей бизнеса двух стран. Стороны обсудили вопросы сотрудничества по таким направлениям, как поставка городского транспорта, модернизация ЖКХ, энергетика и утилизация отходов. Не остались без внимания и вопросы здравоохранения и образования. Чешская сторона заинтересована в увеличении числа казахстанских студентов. Это троллейбусы, прежде всего, это значит обсуждаем. И в первую очередь надо решить вопросы финансирования. Да? Значит, там не вопрос поставок троллейбусов, да? Прежде всего вопрос финансирования. Это значит, в зависимости на те разговоры Чешского экспортного банка и департамента экономики акимата, будем продолжать эти разговоры. Наши специалисты сегодня и завтра посетят очередь заводов, где получить конкретные информации и предложения по сотрудничеству. Это значит, в чем бы могли чехи участвовать. Да? Это значит, само собой, технические поставки, технологии, инжиниринг.